Опять же, повторюсь, с йогой, я против йоги ничего не имею, но с йогой меня не стоит сравнивать вообще, я не йог. Йогой никогда не занимался, никто меня этому не учил. Если я развил свое тело до таких возможностей, как у йогов, даже выше них, потому что я некоторые вещи, даже большинство вещей, которые многие йога-тичеры, занимающиеся и практикующие йогу, 20-30 и более лет, которые они сами не делают, но при этом преподают людям. Вот. Я смог, если развить свое тело до таких возможностей, это не значит то, что я йог.